Лиз, подскажите, пожалуйста, как выбрать малошумный генератор, потому что часто люди звонят и говорят, вот у меня ругаются соседи, мне нужен генератор поставить, чтобы он минимально шумел. Ну, что вы порекомендуете? Есть генераторы, которые оснащены всепогодным шумопоглощающим кожухом. Вот вы сейчас видите модель MA10000SE. Если это генераторы, которые мы рассматривали ранее, это бензиновые, это на 5 кВт, их шум можно уменьшить за счет того, что генератор помещается в какое-то подсобное помещение. Делается приток воздуха и есть специальные гофрированные трубы, выхлоп будет осуществляться через эти трубы. Поэтому это один вариант. И второй, как я уже сказал, это шумопоглощающий кожух. А в чем преимущество именно вот кожуха? То есть, ну, шумность, я понимаю, что еще? Может, листва не залетает? Ну, тем, что он всепогодный. Вы можете ставить генератор непосредственно на улице, не бояться, что он будет поддаваться его внутренней части эрозии, коррозии, другим, ну, за счет атмосферных явлений. Дождь, снег, солнце. То есть, вот установил, и если вот он в кожухе, нужна ли какая-то там накрытие сварить, ангар? Ну, конечно, желательно лучше сделать это, потому что эрозии будет подвергаться сам кожух. Так, то есть внутренности будет все нормально, как бы содержимое станции, это двигатель, альтернатор и другие элементы. А сам кожух будет все-таки под действием солнца, воды, будут какие-то дефекты уже в покраске, ржавчина будет идти. Ну, поэтому лучше все-таки какой-то навес сделать, потому что даже самая лучшая покраска со временем под влиянием этих атмосферных влияний все-таки даст о себе знать.